Погода в Риме в ноябре очень переменчива, и конец месяца очень сильно отличается от начала месяца. Если в первые дни ноября мы по улицам ходили в футболках и была прекрасная солнечная погода, то в конце ноября, выходя из дома, мы надеваем куртку, непромокаемую обувь и обязательно берем зонт. В ноябре чувствуется приближение зимы. Солнечные дни сменяются на более пасмурные, и не всегда удается посидеть в баре на улице, насладиться прекрасными видами и неспешно прогуляться по городу. Так что, если вы, дорогие друзья, планируете поездку в Рим в ноябре, то готовьтесь вот к такой погоде. Но зато есть большой плюс. Туристов в эти месяцы в Риме значительно меньше. Мои туристы сегодня отменили нашу третью экскурсию по Риму из-за плохой погоды, и я в припрыжку побежала гулять по Риму одна. Решила снять для вас небольшое видео, чтобы показать вам, какая у нас погода, сколько туристов, как мы готовимся к рождественским праздникам. Одним словом, дорогие друзья, окунитесь и вы в атмосферу ноябрьского Рима. Мне нравится такая погода. Рим чистый, умытый, и даже в пасмурную погоду кажется красивым и разноцветным из-за зонтиков. В такую погоду я знаю, где укрыться. Начнется сильный дождь, зайду в церковь, там всегда есть о чем подумать и что посмотреть. Закончится дождь, пойду дальше гулять. Да и сейчас вокруг такая красота. Хочется наблюдать, как украшают город к празднику. Я сегодня много рассказывать ничего не буду. Хочу быстро обработать видео и загрузить на канал. Мне еще надо доделать видео про отпуск. Тут уже скоро Новый год, а я вам еще и про отпуск не рассказала. А уже планирую новые путешествия. Thank you.
Да, кстати, кто из вас будет в ближайшее время в Риме, обязательно загляните в Риношенто на улице Тритоны. Здесь уже вовсю рождественская атмосфера. Да и от дождя можно спрятаться. Ну все, дорогие мои, досматривайте видео до конца, ставьте лайки. У кого есть возможность, приезжайте в Рим, я покажу вам вечный город. Ну а у кого пока такой возможности нет, будем гулять по Риму здесь, на моем канале Тати Рома. До новых видео, друзья! Я гулял вот так, бомбить.